Привет, ребят, запишу небольшой экскурс по сигарете Пуф. Она разобрана. Так как разборка достаточно непростая, я решил сначала разобрать, потом показать, как это дело собирается. Состоит она из всяких элементов, никакого бака, вот вата, обычная вата, достаточно большой объем, поэтому в характеристиках указан объем больше, чем 1,25. Как на HQD. Аккумулятор на 600 мАч, 650. Вот такой вот аккумулятор, довольно-таки большой. То есть, вот. Минус сразу в том, я думал, что там будет спираль какая-то более серьезная. Спираль абсолютно такая же, как и на HQD. По сечению, возможно, даже примерно, даже не примерно, а такая же. То есть очень тонкая. И вся фишка в том, сейчас покажу, что она быстро прогорает сам запас 1000 затяжек, но после этой 1000 затяжек, грубо говоря, ну, можно все точно спокойно душой выкидывать. Сейчас я просто решил разобрать, там чуть-чуть подзарядил, там минут 20, и, в принципе, просто хотел попробовать ее собрать. Вот. Насчет спирали разочарование есть. Датчик такой же, в принципе, все такое же. Разбирается она проблемно. Вот эти все контакты, они довольно хлипкие, они оборвались. Вот здесь вот контакт на минусе оборвался. Здесь мне пришлось его запаивать. Вот. Что тут еще такого рассказать? Ну, ничего особенного. В общем, за свою стоимость 650 рублей. Покурили, выкинули и забыли о ней. Вот, хотя казалось, что будет ресурс побольше, если в колхозе, да, вот что-то такое. Итак, сборка происходит таким путем. Сначала мы будем вставлять нижнюю часть. Вот таким способом. Так, проталкиваем вниз. Использую с пинцетом. А, да, забыл о том. Нужно обмотать вату вокруг нашей спирали. Довольно стрёмно на самом деле выглядит, потому что вата здоровенная и как-то все-таки она, ну, не камильфо, потому что я думаю все-таки, что здесь будет бак за эти деньги. То есть в Америке эта сигарета стоит там в районе 20 долларов, это, ну, довольно существенно. Возможно, из-за акцизов я как бы в это не вдавался. У нас она стоит, ну, достаточно намного дешевле, плюс практически на 10 баксов. Вот так это дело составляется. Я, наверное, чутка пропитаю ее, хотя в самом начале. Где-то вот здесь. Жидкости нужно на эту вату много. То есть даже когда при покупке парите, очень сильно чувствуется избыток заправки. Вот так что, в принципе, можно особо не жалеть. Осталось у меня не очень много. Заправляю где-то около 37 миллиграмм солевой жижи.
Да, такое решение выглядит действительно странно. Я записываю видео об Арка. Или как там называется Арка? Ну, Арка, наверное, да. И как-то там было намного круче. Там целый стеклянный бак. Видимо, там даже ваты, как таковой, только на спирали. Ну, и остальное больше ваты нет. Это намного круче выглядит, чем вот это все дело. Допустим, пропитали. Место оно встало. Проталкиваем вниз. Начинает ходить. Можно пробовать носик уже вставить. Ну вот, грубо говоря, как-то так. Поправить датчик. Вообще это лучше делать это не металлическими вещами. Ну, в принципе, пойдет. Да, тут разборкой и сборкой немного проблематичнее, хотя и выглядит она по-другому. Так, теперь нужно ставить кольцо. В принципе, оно гнется, когда вы разбираете, ломается, корпус тоже гнется. То есть первоначально вы должны вытянуть нижнее кольцо вместе с регулировкой обдува, потом верхнее. И все это дело очень легко гнется, корпус может потрескаться. Так что на любителя на самом деле этот ход. Ну, по крайней мере, во варианте разборов. То есть, допустим, если вы покупаете, как обычно, там HQD, да, и там просто хотите перезаправить, грубо говоря, вам HQD там за 300 рублей, это, да, хватит на 600 затяжек. То есть, если вы один раз зарядите и там добавите жидкости. Вот, это хватает чуть больше, но она и стоит в 2 раза дороже. В принципе, может быть, даже и проще все-таки HQD перебирать. Так, ставим регулировку. Носик наш. Да, из-за того, что она вся играет корпусом, очень сложно ее собирать заново. Потому что при разборе я пользовался, ну, с плоскогубцами, как HQD. Не хочет у нас до конца вставляться. Попробуем так.
Ну, вот все, грубо говоря, работает. Хоть и собирается она проблематично, но казалось мне, что она будет как-то попроще в этом деле. Вот такой вот у нее корпус. Вкус. Там груша, виноград, яблоко. Очень неплохой вкус, я считаю. Где я брал личи, он прям на любителя. На любителя, я поэтому как-то его перестал парить. Я дал там. В общем, вот так вот выглядит. Регулировка обдува можно там двигать больше-меньше. То есть, допустим, если на полную ставить. Ну, дым достаточный. Заправка все-таки сильновата. То, что я поставил. Вот, и чувствуется гарик, потому что все-таки спираль не подготовлена больше, чем на 1000 затяжек. Поэтому такие дела. В общем, курить не рекомендую, в принципе, взять можно. Вам хватит где-то в районе недели. Ну, да, она действительно больше курится. Но как переборка, как разборка, и вообще, если вы хотите что-то с ней дальше делать, это абсолютно бесполезно. Вот. Так что такие дела. Всем удачи. Спасибо за просмотр. А, еще хотел сказать насчет одноразок соло. Может быть, вы такие уже брали. Они заправляются, если вы пробовали заправлять, так же, как у ДНК. То есть они также разбираются снизу сверху, обматываются контакты и все. По исполнению я скажу, что они, естественно, хуже. Ну, от Элиаф, Элиаф все-таки фирма более какая-то. А эти они, аккумулятор выглядит дешевле. В принципе, спираль такая же. Вот. По вкусу передачи поприкольнее, то есть поприкольнее, чем у Денки. Не знаю, чем это обусловлено, возможно, тем, что там нет пластиковой защиты на вату. Вот, мне кажется, что как в этом дело. Вот, но по вкусу передачи прикольнее. И дымят они как-то побольше. Ну, по моему мнению, по крайней мере. Так что вот такие дела, всем спасибо. Если что, запишу о соло. Спасибо.